крутой маршрут. Нам по пути. Здрасте, друзья! На календаре у нас 5.5.2015, но для расшифровывающих все цифры могу вам сказать, что 5 мая 2015 года наступила. Красивая дата сегодня, красивое время, 16 часов и 8 минут. Красивое оно исключительно тем, что мы вместе с вами в это время по традиции начинаем драйв-тайм-шоу «Крутой маршрут». Я, Данила Кудрицкий, вместе с вами в ближайшие 3 часа буду завершать ваш рабочий день, дарить вам хорошее настроение, доносить важную и нужную информацию, ну и в обязательном порядке раздавать подарки. Все это чуть позже, ну а пока у нас ежевторничная рубрика вместе с Министерством по чрезвычайным ситуациям, и у нас в студии гость, опять же, уже традиционный заместитель начальника отдела пропаганды и взаимодействия с общественностью Брестского областного управления МЧС, подполковник Каляда Юрий Геннадьевич. Юрий, здрасте вам! Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Так, Юрий, во-первых, попрошу в микрофончик все-таки, и поближе, и получше. Будет лучше слышно. Здрасте и вам. Вот теперь гораздо лучше. Давайте, наверное, как всегда, по традиции, начинать с каких-то информационных статистических данных. Все-таки мы с вами целую неделю не слышались, не виделись. Что же произошло на Брещине за эту неделю по линии МЧС? И какие-то, может быть, сухие факты и какие-нибудь очень печальные цифры. Надеюсь, что не сильно печальные. Вообще, неделя выдалась совершенно, даже сказать, печальная. Почему? Потому что у нас за эту неделю погибло на территории Брестской области 3 человека. Два человека, помимо этого, спасено, и 4 человека наше подразделение успешно эвакуировали из зданий горящих. Вот. Что сказать по гибели? Это у нас в Лунинецком районе Брестской области погиб мужчина 39-го года рождения, пенсионер. Также в городе Барановичи была тоже у нас гибель. И Лунинецкий район тоже была гибель. И самое печальное, что сколько мы не разговариваем, сколько не объясняем, все равно причина остается очень банальной. В данном случае 3 человека погибло у нас только по той ситуации, что они курили в постели. Ну, конечно же, как это сказал, выпил, закурил, уснул, и мы уже наблюдаем человека уже неживого, что очень печально для нас, ну и, соответственно, конечно, для наших горожан. Друзья, ваши вопросы на наш смс-портал можно присылать на 9900. Пишите, задавайте вопросы, все, что касается деятельности МЧС, все, что вас интересует. Также можете заходить в нашу официальную группу ВКонтакте, там также есть соответствующая запись, вот буквально через минутку совсем скоро появится, и там также можно будет задавать свои вопросы. Да, друзья, 9900, вы пишите, задавайте вопросы. Что-то еще? Какие-то информационные выкладки. Прервемся совсем ненадолго. Немного интересностей, по-другому не скажешь, в программе «Ордена», которая выходит у нас на Радио Брест теперь каждый час. В ней мы рассказываем, ведущие Радио Брест, рассказываем вам о тех людях, которые были награждены и чем вообще награждали во времена Великой Отечественной войны. Крутой маршрут. Нам по пути. Итак, друзья, продолжаем крутой маршрут, продолжаем общаться вместе с нашим сегодняшним гостем. Это представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям, заместитель начальника отдела пропаганды и взаимодействия с общественностью, подполковник Каляда Юрий Геннадьевич. У нас прилетел вопрос, здесь спрашивают, про погибших понятно, а что со спасенными? Наверное, все-таки о погибших говорить более поучительно, что ли, чтобы не повторяли ошибок, но в любом случае, да, спасенные на пожарах тоже есть. И об этом нам вот сейчас Юрий Геннадьевич прямо расскажет. Да, есть и спасенные. Это, конечно же, не может не радовать. И действительно, правильные действия наших сотрудников все-таки иногда завершаются успехом. Если говорить о спасенных, это вот у нас 30 апреля в городе Барановичи нашими сотрудниками был спасен человек, тоже с ожогами, правда, но его удалось спасти. То есть тоже предполагаемая причина, к сожалению, опять же, это неосторожность при курении. Вот. Что еще по спасенным, если сказать, то 2 мая
было дорожно-транспортное происшествие в Каменецком районе. И вот наши работники успешно деблокировали водителя легкового автомобиля, которого позже госпитализировали. И, собственно, остался он жив. Это тоже очень-очень радует. И еще такой у нас был интересный случай. 28 апреля произошел в Кобринском районе. Случился пожар. 20 тонн соломы, к сожалению, сгорели. Причина пожара изначально устанавливалась, но спустя небольшой промежуток времени наши коллеги, собственно, разобрали этот пожар и поняли, откуда, собственно, растут ноги. Оказалось, детская шалость. Детская шалость, потому что у нас на улице становится теплее, детки наши выезжают к бабушкам, к дедушкам в деревне, и вот такие неприятные моменты случаются. Ну и, к слову, сразу же скажу, что у нас совсем скоро будет профилактическая акция проходить. Не оставляйте детей одних. Наверное, о ней я расскажу в следующем блоке, где-то, что поподробнее. Да, ну и обязательно расскажем какой-то случай из жизни, из практики, вот на тему «Не оставляйте детей одних дома». Друзья, 9900, наш смс-портал для ваших смс-сообщений. Вы пишите, задавайте вопросы, заходите в нашу официальную группу ВКонтакте. Там также можно и нужно писать, читать и задавать свои вопросы нашему сегодняшнему гостю. Ну а, кстати, о некоторых мероприятиях я тоже вам могу рассказать. Например, 9 мая в парке культуры и отдыха имени 1 мая, да, соответственно, пройдет концерт совместно с Радио Брест. Организуем мы замечательный такой 70 весен. Рекламу этого концерта вы можете слышать в начале каждого часа. Брестские коллективы споют свои кавер-версии тех самых песен Победы, песен, с которыми шли к Победе тогда, 70 лет назад. Крутой маршрут. Нам по пути. Буквально минуток так 7 назад анонсировали мы вам рассказ о одном мероприятии, о одной акции, которую собирается провести Министерство по чрезвычайным ситуациям на территории, я так понимаю, Брестской области. Вот прямо сейчас коснемся этой темы более подробно, ну и приведем, наверное, жизненный пример того, как не следует поступать, когда вы оставляете одних детей дома. Да, был такой не очень хороший случай на моей памяти, это был город Малорита, когда мама оставила двух детей, деткам было, по-моему, около 3-5 лет, и они остались одни буквально на полчасика, и на полу стоял обогреватель незащищенного типа, детки игрались, где-то кинули тряпочку туда, она загорелась, и произошел пожар. Детки в то время не знали, что делать в такой ситуации. Слава богу, случай, то, что мимо проходили прохожие, увидели дым из окна, и два мужчины, совершенно посторонних человека, один проник в дом через окно, другой через двери, и успели в последнюю минутку спасти двух маленьких человечков. Вот такой был случай. То есть, конечно же, с мамой потом проводили очень много бесед, разговоров, как же это так. И грозили ей пальчиком и рассказывали ай-яй-яй. Вот. Ну а что касается акции, это у нас ежегодная акция «Не оставляйте детей одних». Она пройдет не только на территории Брестской области, она проходит на территории всей республики нашей. Наши действия такие запланированные. То есть она проходит в 3 этапа. Первый этап – это наши сотрудники будут посещать учебные заведения, собирать родителей, детей, детям рассказывать, что нельзя делать, когда нет родителей, родителям будем рассказывать и даже, наверное, показывать очень жесткие случаи, что происходит, когда детки остаются одни. Это первый этап. Что касается второго этапа, тоже запланировано такое интересное мероприятие. Мы хотим поработать с детскими игровыми комнатами. То есть соберем туда очень много маленьких деток, привезем туда, то есть нашу аппаратуру, будем показывать фильмы детские именно на тематику безопасности. Это второй этап. Ну а третий этап заключительно мы сделаем в нашем ведомственном центре, молодежном
волонтерском центре международном нашем ведомственном, куда тоже приведем очень много молодежи, будем показывать им различные наши представления по линии МЧС, пригласим очень много нужных людей, спортсменов, то есть и таких знаменитых на нашей Брестской земле, и, соответственно, и еще будет с нами работать БФСО «Динамо» наша, то есть, которая, с которой мы вместе поработаем в этом направлении. Надеемся, что очень многим нашим детям и взрослым расскажем очень много полезной информации. Ну, следите за новостями и на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, где будут проходить эти акции, следите и за эфиром «Радио Брест». Я думаю, что мы еще обязательно этой темы коснемся. Продолжим совсем скоро. Будем совсем скоро также завершать нашу беседу с сегодняшним гостем. На 9900 можно писать свои вопросы. В нашу официальную группу ВКонтакте тоже можно заходить, читать, смотреть и задавать свои вопросы. Опять же, кстати, глянем сейчас на всякий случай. Нет, все в порядке, все вопросы уже отвечены. Так, у нас сегодня в гостях, я напомню, заместитель начальника отдела пропаганды и взаимодействия с общественностью Брестского областного управления МЧС, подполковник Коляда Юрий Геннадьевич. 9900 или официальная группа ВКонтакте «Радио Брест». Пишите, задавайте свои вопросы. Крутой маршрут. Нам по пути. Ну что, друзья, завершаем нашу беседу, завершаем общаться с нашим сегодняшним гостем. Это заместитель начальника отдела пропаганды и взаимодействия с общественностью Брестского областного управления МЧС, подполковником Коляда Юрием Геннадьевичем. У нас каждый вторник беседы такие свойские, беседы легкого такого, ну, не сильно пожароопасного характера, но все же, наверное, какие-то напутственные слова в завершении нашей с вами беседы стоит произнести, тем более, что праздники впереди, впереди опять выезды на природу, но и прочие радости выходной жизни. Юрий Геннадьевич, от вас пару слов и комментариев. Ну, я, наверное, немножко сегодня такую статистику провел не очень веселую. Следующий выпуск мы постараемся подготовить немножко исторически такой, расскажем о том, какие пожары были в Бресте, в Брестской области в нашем прошлом. Вот. Ну, а скоро вот 7 числа, я знаю, скоро будет праздник День радио, поэтому я хотел бы поздравить вас, Данила, и всех работников радиокомпании с праздником, хороших вам эфиров и веселого настроения. Спасибо большое, до скорых встреч. Спасибо огромное, услышимся через неделю. Друзья, продолжаем крутой маршрут с хорошей музыкой на волнах радио.